на пасеку прибыли пчелы. Так, приступаем к пересадке. Вот они, ящики стоят, ждут своего часа. Так, начнем с крайнего. Начнем с крайнего. Открываем. Давай мы их немножко сгоним. И начнем-ка открывать. Уже заволновались. Приготовим улей, ну и внимание. Что у нас тут? Бутылочка. Убираем пока. Сахар отдадим им на питание. И начинаем вытаскивать чурбачки. Раз. Так, все, рамочки вроде бы нормально. Так, это у нас что? Это у нас мед. Ставим ее сбоку. Так, ну-ка, рамочки отдельно. Давайте, нам нужно матку найти. Хотя бы примерно. А вот она, родная, ходит. Молодая, не очень большая. Есть матка. Но теперь этих мы даже и смотреть не будем. Эти у нас пошли местные. Эти у нас местные. Так. Так, вот так вот. Открываем. Перекрываем. Так. Следующий. Следующий, следующий. Раз. Thank you.
Так, внимание. Бутылочку. Так. Это убираем. И рамочки. Так, внимание. Смотрим. Внимание. Так, это у нас рамка концевая. И она совершенно пустая. Мы ее поставим под засев. Так, что у нас здесь делается? Здесь я не вижу мотку. Засев есть. Здесь я не вижу матку. Здесь должна быть матка. Не вижу. Но засев есть. Не вижу матку. Но засев есть. Не нашел. Здесь. А вот матка ходит черная. Вот хорошо, вот молодец. Ну давай, сей здесь. Так, матку нашли. Ставим на место. Ну и все, закрываем. Ну что, приступаем к очередному пакету. Открываем. Здесь что-то гвозди нашли. Какие-то ржавые. Так, теперь вот эту вот часть открываем. Открываем новый домик.
эта вот рамочка легкая. Здесь матку не вижу. Здесь матку тоже не вижу. Но яйцо есть. Ставим. Значит, ты вот здесь вот сидишь, в серединочке гнезда. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот она. Вот она идет. Красавица. Все. Молодец. Давай мы тебе дадим крытьевую рамку. Вот так вот. Здесь у вас второй рамки матки нету. Случайно не насажали в басурмане? Да вроде нет. Так. Диафрагма. Положочек. И закрываем. Прекрасно. Прекрасно. Все внимание на матку. Что тут у нас? Здесь у нас нету. Будем считать, что нет. Ее тут не должно быть. Ее тут быть не должно. А вот здесь, вот в серединке, может прятаться. Здесь у нас ее нет. Здесь у нас ее, похоже, что нет. Так, смотрим вот на этой рамочке, на темненькой. Нравится ей в старых рамках, в своих любимых жить. Ну-ка посмотрим. Нравится ей жить в своих старых рамках. Здесь вот что-то много пчелы. Но матку я не вижу. Совсем не вижу. А вот она. Вот она, родная. Вот она прячется. О, вот пошла. Но тоже красиво. Все, ставим. Yes. Так, этих даже не смотрим. Так. Диафрагма. Положочек. Подкрышник. И крышка. Ну вот и сформировали пасеку.
из пакетных пчел. Пришли они из Майкопа. Ну а как работать будет, время покажет. Ну вот пасека стоит вся, тачок рядом с домом. Теперь будем ждать медосбора. Будут расти, развиваться и готовиться к липе. Ну и дай бог. Всем привет, всем удачи.